Всем привет, это Сергей Усик, а значит с вами Качка Ньюс. Друзья, свершилось уникальное. Теперь в райончике открылся фудкорт и можно покушать. Соответственно, сегодняшний наш выпуск будет посвящен еде. Мы узнаем у местных жителей, что же входит в знаменитое блюдо рыба фугу, которое, кстати говоря, является флегасика ядовитой. Поэтому погнали, узнаем у местных, что они об этом думают. Обнимай на камеру. Ну, очень круто, ребята, приходите в Нино, и там будет и Георгий, и Давид, очень классные пацаны. И танцуйте, танцуйте! Это Алексей, Леш, ну вот, понятно, вы сидите на фудкорте, который сегодня открывается, и такой вопрос... И надуваете шарики. И надуваете шарики, я вообще странный человек немного, если честно. То есть поел и сразу как бы согнал вес, да, то есть это как работа на бицепс. Вы что-нибудь слышали про такое блюдо японское, рыба фугу? Слышал. Пробовали? Нет. А как думаете, как готовится это блюдо? Рыба ядовитая. Нужно специальное умение, чтобы ее приготовить. Специальное умение. Да. А вот если нет умений и для тещи, взялись бы готовить? Такую рыбку покушали? Может быть, но вряд ли. Вряд ли. А для тещи приготовили? Теща, слава богу, еще нет. Слава богу, нету, да? Ну а если была бы, можно было бы такой рыбкой и побаловать. Делают ее только специальные специалисты, которые умеют аккуратно ее резать, чтобы яд не попал на мясо. Говорим о таком блюде замечательном, японская кухня, рыба фугу. Слышали что-нибудь? Да, да, да. То, что ее нужно, если плохо разделывают, можно в результате отравиться. О, господи, все-таки это правда. А вы когда-нибудь пробовали вообще это блюдо? Чего, конечно, вот оно чё? Здесь не растет. Оно здесь не растет. Рыба фугу. Как думаете, смогли бы правильно ее приготовить? Яичницу, допустим. Слушайте, да вы просто кулинар. Да. Вы мастер-шеф не планируете идти? Ну вот, задумывался, да. Просто если начните с мастер-шеф дети, мне кажется, с яичницей как бы это достижение, да. Слышали что-нибудь про такое блюдо, как рыба фугу? Да, знаю, что это рыба. Знаю, хорошо, это рыба, это мы выяснили. А в чем ее, не знаю, прикол какой-то, особенность? Она светится? Вот прям вообще сделает эту рыбу знаменитым, вот что? Она раздувается. Да, смертельная. Так смеюсь, смертельная, да. Ну, можно попробовать только один раз, я думаю. Спасибо. Ну что ж, друзья, сегодня мы, собственно, пообщались с большим количеством людей и выяснили все-таки, кто что знает о рыбе фугу. Как она готовится? И стало понятно, что только тещи готовы люди приготовить такую рыбу. А вообще наши люди самые-самые добрые в мире. Что ж, я пошел, а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи, ребят, Качка Ньюс.